Всем привет! Это канал CoverOver, и вы смотрите вторую часть путешествия от МКАДа, от станции метро Лесопарковая, до усадьбы Дубровицы под Подольском. Кстати, где-то слева полигон железнодорожный Щербинка. Вот. А по курсу будет аэропорт Астафьево. Не знаю уж, как часто там самолеты летают, без понятия. Фонарики светодиодные наверняка. Река Чичора будет по траектории, возможно, кстати, какой-то мостик, может, это она уже и есть. Вот в этой застройке там параллельно улица идет, но по карте вот это действительно короче, значительно. О, красота. По сути, я в деревню иду какой-то. Название не знаю только. Прудик. Все-таки вот с терминологией я вот в одном из видео смотрел, обсуждал. Что-нибудь обсуждал сам с собой. Надеюсь, что на какую-то реакцию зрителей. Может, у них мнение есть тоже. Что озеро – это естественный водоем, пруд искусственный, но... В деревнях пруды, какие же они искусственные. И опять же, озеро подписывается источниками. Пруд наполняется искусственно, но опять же, деревенские пруды не попадают в эту классификацию. В общем, не знаю. В кустах тут шевелится. А впереди вот такой специфический звук. От работы дизельных двигателей. Думаю, что это как раз с полигона доносится. С Щербинского. Такое кольцо здоровенное. Там поезда гоняют, испытывают. Колонка. Класс. Еще пруд озера. Я все-таки буду их прудами называть. Деревенские эти вот. Как-то мне это привычнее. О, как оригинально. Скульптура какая-то посередине. Да, неожиданно. Сейчас надо на карте посмотреть, что это такое. Скульптура называется «Читающий дачник». А я какой-то мемориал увидел. Он, с которым ухаживают, кстати, 41-45. Ну, понятно. Слава воинам, падшим за родину. И фамилия от жителей деревни Щеброва. Я иду по деревне Щеброва. Хороший мемориал, кстати, красивый. И за ним действительно ухаживают. Лампадка есть. Молодцы, Щеброва. Деревня Щеброва. Да, скульптура оригинальная. Название еще более оригинальное. А вот там, кстати, железная дорога. По ней явно что-то ездит. Хотя, может, она не к полигону относится. Мне кажется, полигон-то должен быть как-то огорожен. Хотя, может, я ошибаюсь. Впереди улица. Вот это вот Щебровская улица маленькая. А вот что там за улица, что-то у меня или Яндекс подтупливает. Вот, Щебровская улица. Вот это понятно. Даже знак стоит. Такой солидный. А вот там что за улица? Понятия не имею. Мне что-то не получилось ее идентифицировать.
глухая улица, у нее покрытие никакое, дорожки нет, здесь совсем узко. Там еще как-то было что-то. Там какие-то мужики стояли, не стал прям у них светить. Да. Тихо. Не очень пешеходная зона. Совсем даже наоборот. А это за забором тот самый полигон сербинский. Ничего я там не видел, ничего, что там ездит, где-то вдалеке что-то грохочет. Вот. Так, там совсем будет сейчас узко. О. Вот в этом месте меня чуть не сбил выскочивший на встречку для обгона автомобиль. Но на видео это не попало. Я в этот момент не снимал. Переходил на вот эту обочину с буераками. По буеракам. Так спокойнее. Что там совсем-совсем узко. Да, тот случай, когда любая обочина кажется уже хорошей. Опа. А тут какую-то дорогу. Все непонятно, кто где как едет. Вроде им тут нельзя ехать, а один тут ехал. Наверное, знает, куда едет. О! Поезд едет. По полигону. Что-то везет. Ладно, пойду я дальше. А тут стрёмно что-то как-то стоять. Буду я сворачивать в жилой сектор. Прикольные диски у Волги. Там можно на меня посмотреть было. А я ведь по той дороге хотел, чтобы не идти полями, лугами идти. По всей длине это был бы полный трандос. Да, через стерни, определенно. Улица Космонавтов. Не самое тоже оригинальное название. Ну, на улице Космонавтов есть дорожка. А это очень классно. Особенно после того там. Да. Все познается в сравнении. В общем, лесами и дебрями было лучше. Вариант там ходить по дороге, потому что там нарисовано дорогой называется. Там даже для автомобилей это толком не дорога. А для пешеходов вообще. Полный аут. Улица Космонавтов. Трудовые резервы. Чуть все бегут. Народ немерено. Учитывая, что сейчас сколько уже? Наверное, 7 вечера. Что-то их тут столько. Тренировки, что ли, какие-то. В общем, здоровенное поле. Ну так, ладно. Улица Космонавтов скоро закончится. И упрется в улицу Староникольскую. Я по ней пойду направо, и которая потом превратится в улицу Троицкую. И справа у меня будет аэродром Астафьево. Надеюсь, что эта улица все-таки будет больше похожа на улицу или хотя бы на шоссе. Чем тут вообще непонятно, что, почему я там шел. Интересные такие места. Деревня. А где я шел? Вот там дальше. Современная какая-то застройка. До этого шел времен там. Ну, второй половины там 70-х годов прошлого века. Каша такая, в общем, застроечная. Так, я пришел туда, туда слева. Повернул на эту улицу. Староникольскую. И пошел. Может, сторону выбрал неправильную. Может, там шире идти. Сейчас соображу.
Ну, в сравнении с тем, как я там шел, на этой небезымянной улице, после этой деревни. Деревня как раз хорошая, мне деревня все понравилась. Да, тут вообще просторы. Каналом. Провал грунта, это называется. Слева от меня параллельно идет Астафьевское шоссе, а справа от меня начался аэродром Астафьев, аэропорт или аэродром. Не знаю, как правильно. Еще комары кусать начали. Вечереет, совсем вечереет. И дорожка пешеходная есть, и пешеходный переход есть. Замечательно. Вон там застройка какая-то. Строительство храма тут скоро будет. Кресты. Справа ушла куда-то вправо улица Барышевская роща. Там что-то монументальное. По крайней мере, выглядит так. Тут некоторое время назад сзади со спины самолет приземлялся. Я его так еле-еле видел, но не успел заснять, так получилось. То есть что-то там летает в этом аэропорту. Да. Ладно, вечереет, совсем вечереет. Аэропорт Астафьево направо. Это жилой комплекс Астафьево. А эпично все это выглядело, потому что там труба была. И все это. И он был на фоне. Точнее так, труба была на фоне жилого комплекса. Какая-то. И все это получилось очень эпично. Короче, все сложно. Природа. Что-то там крякает где-то. Ванильное небо. Кофейня. Я не против, кстати, уже перекусить, но все темнеет очень резко, пока буду двигаться. Населенный пункт Астафьево. Прошел Троицкую улицу, дом 90. Сейчас, возможно, надо будет в автобус быстро прыгать. Думаю, что какую-то вот из этих вот точек она будет выбрана как возвратом для продолжения этого пути. Автобус уходит тут нечасто, и, по-моему, я сейчас пролечу на один из них. В общем, заранее спасибо, что смотрели. С вами канал КВРовер. Продолжение дальше. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. До встречи. Всем пока.